Эйго, всем привет, с вами Енот, с вами Шадоу. Далеко еще до кладбища? Недалеко, но мой дом еще ближе, мне нужно оттуда кое-что забрать. Мы спешим вообще-то, балда. Ты привел нас к себе домой? Ага. Выбраться из своего дома. Так, чтобы выбраться, надо в него зайти, нет, а? Красиво. А! При наличии достаточного ускорения свиньи летает очень хорошо. Да, при достаточном ускорении все летают хорошо, я вам больше скажу. Как ты здесь оказалась? Не умели же делать. Ударов-то не пользуюсь. Блин. Кто еще? Ты хочешь? Не, не такие умирали. Сколько ты мне дашь? Надеюсь, ты уже улучшил предвечный апокалипсис. Не, я сейчас хорошо их убивал. Кто еще? Я что, случайно снял? Это даже не тайник, да? Это... Искал тай... Это... Там нет, как там? Я забыл кнопки, я давно не играл! Лишь немногие мастера достигают уровня апостола. Апостолы практически неуязвимы. И способны уничтожать любого, кто владеет... любого, кто встанет у них на пути. Их ки становится на 50 более смертоносным. Не знаю, зачем это мне, но да ладно. По магии я пока ничего да не могу сделать по улучшению. Магия есть. Так, что тогда дальше? Течение, защита. Ударная волна, поток. Требуется ручной дракон. Речной. Вот отсюда начинается. Так, это СС и правый клик мыши. Ладно, пока подождем. Лечение это вот есть, да? Зачем защита мне? Ударная волна. И давайте поток сделаем. СС правый. Прикольно. Как мне выбраться? Алло, как выбраться? Неужели где-то пропустил подъем? Вот, я спрыгнул отсюда, да, получается? Так, давайте думать.
Не вижу. А где? Как? А почему? Как выбраться, не вижу? Спасите меня. Есть секретный вход, где-то тут недалеко. Говори мне, что мы заблудились. Да если бы. Чтобы заблудиться, надо знать, куда идти. А если ты не знаешь, то тебе и блудиться негде. Meet pinatas. А еще вот это искал. Стрелочка. Ай, где кто? Где демон? Только заряд зря держал. В общем, правые клики это лечение, левые клики это магия, да? Понятно. Тут и херня случилась. Да и какая разница, что случилось. Все умерли. Большой дом. Ну что от него. Ну что от него осталось? Ну все, теперь жопа демонов. Теперь их могут пострадать, короче. Сидят. Умри! Все головы будут уничтожены. Бэй, курица. Умрешь лето. А кто еще хочет получить? Кто? Где? Умрите! У вас сердечный приступ случится. А, спина чешется. Кто еще хочет получить? Я не вижу, кто еще отгребти хочет. Зайчик.
мой дом, его больше нет. Его нужно к... Это нужно каждому герою, называется это катарсисом, что-то типа душевного, слабительного. Ну что, мы можем уже пойти? Будем надеяться, что склад оружия уцелел. А да, будем надеяться. Ой, кролик. С чем они еще бегают? Был красив. А, сколько денег, смотрите-то. По доллару, ужас. Они хотели размножаться в моем этом. Я знал, что опять будет. Бешеный кролик, а? Первый раз меня напугал. А теперь-то мне вообще плевать. То есть они сожгли мой дом. Не знаю, зачем я их ломаю. Как бы есть возможность. Фига себе. Это я, свой хозяин, открывай. Да ты чё за берлога Бэтмена? В этой стороне 5000 на меня убийца, мне достается ботан. Где ты хранишь коллекцию порнухи? Вот моя порнуха. Первая кровь, что это? Нацист. Кошки-нацисты? Что, это комиксы? Нет, я не могу их взять, что делать? Да ладно, я могу вот... Совсем окутать? Да ладно, вы издеваетесь. Dying City. Shogun. The Power Atom. Планета Рагуе. Короче, это походу его комиксы, да? А чё не повторяются, э? Ты подставил меня. Пошли вон из моего дома. Был мой дом. Короче, все, они мне испортили, это что-то на сердце халявное. Как они в мой дом влезли? Куча игр. Hey, baby, pull my finger. Фига себе. Fun, little... Хорошо быть богатым, слушайте. Но богатый я же не просто так, потому что я... Самый лучший мечник. Hello, привет, дорогая. Никогда не понимал людей. Они так одержимы игрушками. Сказал чувак, который круглосуточно носит маску. Ты меня за материалы будешь предъявлять? Это единственное, что мне позволено приносить в наш мир. После моего изгнания. Изгнание? Зачем? В этом самая загвоздка. Я не понимаю. Я не помню. Я застрял и склоняюсь здесь уже 200 лет, словно призрак, и даже не знаю почему. Разве не весело? Кажется, тебе это не вогнало в уныние.
Что тут сказать? Я живу надеждой. Надеждой на что? На месть. На что же еще? Если легенда не врет, Набицура Каге может уничтожить тех, кто изгнал меня. Это мой обратный билет. Твой и мой тоже, если я не верну этот меч Силе, из меня бегну сделать. Делай то, что должен. Поверь, так и сделаю. Арбалет? А, X целится. И нафига мне арбалет, он же отстойный. Ой, а голый бегает. Время осталось, что делать? Никогда не смотрел фильм про кунг-фу, что? Таксист. Мы торопимся. Не забыл? Все лучше. Герои бреют голову. Так что, Трэвис, хороший парень? Почти. Слушай, ты храбрый портяжка. Кто сказал? Ты сказал, что каждому герою нужно... Я знаю, что я сказал, но... Побрить голову любой придурок может. Это не заслуживает лысину. Что сказать? Я живу надеждой. Блин, я же не знал, что я буду бриться. Да, конечно, минимализм здесь наше все. Так, ну я теперь лысый, отлично. И куда мне теперь? Найти голема и забрать... на цебуке. They should help me get my point across. Okay, that was terrible. Fuck your mother. Вали их всех. Это весело. Как с тебя вылезти, да, теперь? Мне говорит идти туда, я хочу пойти туда. Что? Кто ж знал-то, что он плавать не умеет? Итак, это была первая моя смерть. They should help me get my point across. Okay, that was terrible. Fuck it. Как мне попасть туда? А может есть что интересное, я тут. Кто еще, а? Нет, а как так-то мне? Или я тут никак не могу? У меня такое ощущение, что вон там что-то есть. Блин. Ну ладно. Это прям реально логово Бэтмена. Должны же быть тайники там.
Велик? Велик? У тебя по дому вырыта пещера, где ты хранишь свой боевой скафандр? Рад, что ты обуздываешь свои комплексы супергероя. Смейся, но у кого найдется набор брони на случай нашествия зомби? Как казалось, нашествие демонов все равно. Надо быть супергероем. Что-то я криво читаю, как обычно. Ну, не обессудьте. Так. Я тоже ту ночь вспомнить не могу. Да я вообще ничего вспомнить не могу. Давай на кладбище, Лен. Мы уже совсем близко. Если этот голем улетит, мы никогда больше не увидим меч. Я на обум скрина просто смотрю, как он прогреет. Так, мне дали вроде очок. Один. Поток. Так, что здесь сначала? Катаны, знания. Увеличит наносимый малым демоном урон. Повышает нагрузку чтения более длительного времени, запас энергии повышается на 20. А? Даже не знаю, удача. Такое. Тиками сердце делаем, даже не пользуюсь. Денег больше. Больше денег, нафиг надо. Позволяет защищать себя от огня. Меньше здоровья, больше урон. Интересно. Бесполезно все, если честно. Я не знаю, остальное все бесполезно. Давайте убийца демонов, убийца богов. Давайте на мясо прокачаем. Я уже далеко прошел. Я могу улучшить меч? Не могу. Где это кладбище? Пошли разбираться. Где демоны? Где хоть что-то вообще? Закрытый проход, обидно. Сейчас посмотрим, как бьет это оружие, может забьем его. Надо найти, где оно открывается, понятно. А врагов-то и нету.
Где враги? Ты что думаешь, себя чистить ты все можешь, да? Тряпка. Так, это я что открыл? Это не задний проход открыл? Да, его открыл. Да я вас всех убил. Да вы меня бесите. Считается за проход или нет? Не смущаешь, что ты один остался, да? А чёрт. Сколько будет-то надо? Порежу. Что происходит? Что, неприятно? Все. It's like a road movie. I go from place to place, killing everything. Да, я убью всех. Так, увеличен на 7 урон малым демоном. Отлично. Так, и хорошо, и что дальше, куда мне идти, кого убить? Мне еще сюда надо было, нет? Ха. Такое ощущение, как будто, может, я туда мог пробежать, найти какой-нибудь тайничок, я не знаю. Может, это есть тайничок? А, нет, смотрите, здесь тупик. Обидно.
Блин, я надеялся что-нибудь найти, типа кристалла или еще кого-нибудь. Но выносливость можно было покачать, оно давало бы мне просто возможность больше бегать. Не меч тратить как бы. Не сюда. Не туда. Не туда. Значит, где-то здесь пройти. Нет. Люблю запах печенья по утрам. Пахнет печеньем. Так, а куда мне идти? Проползай, давай уже. Ненавижу фонарики. Это вернулся. Да. Блокировать будет. Еще больше. И еще есть сердечко. Ха-ха-ха. Далово. О, это женщина. Это почти легкая эротика. Любовь вот такая вот штука. А фиг ли они тут размножаются? Точно ничего нет. Блин, надо взять. Это же деньги, они сейчас не нужны, потом пригодятся. Я же знаю эту игру. Когда я смогу себе самурайский меч улучшить? Уже четвертая глава, я до сих пор его не улучшил. Что мне делать? Это кладбище? Че, босс сейчас будет, да? Ты правда не помнишь, за что тебя изгнали? Абсолютно. Память как пустой лист. Меня выкинули из клуба, и теперь мне всегда путь туда закрыт. Типа мне должно стать легче. Ну я тебя поддержать пытаюсь, ты. Пафосный ребят. Опа. Ха. Кто ломает все подряд, находит тайники. Не, ну согласитесь, красиво придумали. Дизайнеру игры красавчик. Не к чему придраться даже.
взорвался, ну и ладно. А, у меня еще броня какая-то есть. Да ладно. Собака. Демон делает бу. Она была красивая. То есть это баня, я так понимаю. I don't know about you, but I'm having fun. Да, довольно забавно. Просто убери. Да еще хоть кто не получил? Ты не получил. Что еще хотите получить? Все, да? Хватило? Должен Вот тут защита заперта. Да ладно. По прогнозу сегодня смерть. Ага, я вижу просто море смерти. Примите соболезнования. Ага, значит, мне надо будет выйти, сломать три печати. Только потом я смогу что-то добиться. Так, где их найти? Да лучше врезал кому-то, чем решать головоломки. Но первая головоломка вроде простая. Это было несложно. Shall we dance? Приятно, да? А, птички. Это прям серьезный сэм, тот птичка. Кто? Что мне карма далась?
Блин, надо последний найти и открыть его. Охотник за головами. Так, одно дело использовать оружие, взятое врагов. Использовать оружие, взятое врагов. Кое-кто другой научится использовать головы демона. Не понял, но что такое? Давайте убить пока. Так, а где последняя статуя? Нет, значит, это здесь должна быть. Здесь у нас ничего нет. Я не наблюдаю ее здесь, походу, где-то в другом месте. В каком? Последняя зеленая где-то есть. Вот он ты. Так, как отсюда вылезти? Рот, умри. Ничего-то. Я тут знаки-то не особо ты много звезд. Не, чиков играть, мясо, прикольно. Вот и все. Давайте вот здесь, наверное, закончим. У нас было сохранение. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Будем искать проход. В следующий раз. Всем пока. Чё, он загружает? Это было неожиданно. Да.